Всем здравствуйте! Сегодня у нас обзорчик опять из Китая по ссылочкам. Там у нас колечко, кольцо. Начали добираться кольца. Там еще 5 или 6 штучек идет. Вот. Сегодня у нас суббота. И вчера мне пришло извещение. Я не поленился. Посмотрел, какое кольцо именно по треку идет. И вот такое вот колечко я заказывал за 3 с чем-то бакса. Вот такое вот колечко. Так, там больше у нас ничего нет, да, ничего не положил. Так, вот такое вот колечко. Оно опять круче смотрится, чем на картинке у продавца. Продавца на картинке вообще какой-то не очень был. Вот так вот оно смотрится. Такая печаточка у нас. В принципе, прикольненько. Прикольненько. Вот так вот как-то оно смотрится. И, в принципе, неплохо. Ссылочку дам. Кому надо, заказывайте. Кому не надо, не заказывайте. Ну, я играю в онлайн. Покер так иногда. Вот, решил купить себе такое колечко. Тут у нас обозначение валет и туз. Вот такое вот неплохое. У продавца написано, как будто это хирургическая сталь. Не знаю, правда, неправда. Но, в принципе, мне оно нравится. За свою цену оно нормально. Все, всем спасибо. Подписываемся на канал, ставим лайки, участвуем в розыгрыше. До новых встреч.